Друзья, всем привет! Вы на канале Рамз Америка. Меня зовут Рамзан. И сегодня я пришел специально на шоу классических машин, которая из-за ковида очень долго она была закрыта, и около двух лет это шоу больше в городе не проходило. И вот сегодня я пришел, чтобы для вас специально снять новые машины классические, которые навороченные такие со всеми. Ну, вы сейчас сами все увидите. Пойдемте. Круиз Найт. Это 27-я ежегодная круизная ночь, проходящая каждый год летом в городе Глендейл, Калифорния. Глендейл – это город, относящийся к округу Лос-Анджелеса. Глендейл еще называют «Вторая Армения» или «Второй Ереван» из-за большой численности армянской диаспоры. Этот город меняется каждый год, красивеет и дорожает. Открываются различные рестораны и магазины, строят новые апартаменты для людей. Наверное, поэтому не зря выбран этот город Глендейл как городом для проведения ежегодной круизной ночи, где собираются любители дорогих и раритетных машин. Люди приходят отдохнуть, посидеть в ресторане, смотря на это шоу, проходящее в самом центре города. Смотря на эти машины того времени, ты начинаешь ценить то, что делали люди раньше. И как сегодняшние владельцы этих машин пытаются сохранить и придать красоту этим старым машинам, которые по цене сейчас будут равняться с Rolls-Royce'ом или даже Bugatti. Присутствуют машины, в которые участвовали в каких-то художественных фильмах. И что в Америке хорошо, это то, что если вы владеете чем-то уникальным и раритетным, вы это можете сдавать в аренду киностудиям и получать за это неплохие деньги. Какой любовью они хранят и обслуживают эти машины, чтобы они выглядели как только что выпустили с завода. Они настолько красивы, что на любую прям хочется сесть и укатить куда-нибудь в круиз. Обратите внимание на то, как владельцы этих машин украшают их, окрашивают их в определенные краски, продают блеск, наносят рисунки, и это все выглядит очень уникально. Умели люди раньше создавать вещи на долгие годы, а в Америке все, что сделано руками или, как они говорят, handmade, ценится еще дороже и бесценно.
На этой церемонии круизной ночи владельцы за лучшую машину получают призы. Тут проходят концерты бесплатные для всех пришедших. Сам круиз длится 5 часов по времени. Thank you.
Ну что ж, ну вот и все. Я надеюсь, что это видео и моя прогулка по улицам Глендейла была полезной для вас. Теперь наверняка вы знаете, что где-то там далеко, за океаном, в городе Глендейл проходит ежегодная премия Cruise Night, то есть круизная ночь, где бывают такие вот раритетные машины. Благодарю вас за просмотр, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Ведь ваши подписки и лайки мотивируют меня на то, чтобы я делал для вас новые видео. Мы с вами увидимся совсем скоро, до следующей встречи.